Дорогие друзья, у нас очень волнующий момент сейчас в передаче, потому что у нас в гостях актриса, которую мы все очень полюбили, и которую просто, которая не сходит, к счастью, с наших экранов. Это прекрасная российская актриса Нелли Уварова. Спасибо, что вы пришли. И пришли не сами, и пришли со своей сестрой родной, которую зовут Елена, которая тоже стоит поаплодировать, я потом объясню за что. Ну, и я хочу поблагодарить продюсера, которого мы очень любим, и который всегда нам очень помогает. Это один из ведущих продюсеров нашей страны, Марк Капитанский. Ну, и я прежде всего хочу сказать, что Лена, сестра Нелли, заслужила аплодисменты, которые я у вас попросил. И благодаря тому, что она сама по себе очень красивая девушка, и просто так заслужила бы аплодисменты, но она при этом еще является художником по костюму сериала «Не родись красивой», через который мы узнали Нелю. Я доступно объясняю? Конечно. Так не молчите. Нелли, я хочу сказать, что мало, наверное, кто знает, что до того, что вас начали снимать в сериале «Не родись красивой», вы были уже очень известной театральной молодой актрисой и даже номинировались на самый главный актерский приз. Это «Золотая маска», да, он называется? Да, это такая самостоятельная работа, ну, не совсем с режиссером Александром Назаровым, который начинался вне театра, просто потому что нам хотелось, мы горели, и поэтому мы пришли в наш театр, в котором я работаю, к художественному руководителю и сказали: вот есть такая пьеса, вот есть режиссер, вот есть актриса, и есть огромное желание. И мы убедили художественного руководителя, и на нашей малой сцене вышел этот спектакль, собственно, за который я впоследствии номинировалась на «Золотую маску». Как-то так постепенно, уже 6 сезонов я работаю в театре и очень дорожу им. Я думаю, что, наверное, когда затевали сериал «Не родись красивой», вас взяли как-то безоговорочно, практически сразу. Нет, у меня сложный был путь. Я была приглашена на кастинг одной из первых. И буквально в первый день проб объявленных я уже участвовала. Боролась за эту роль, но моя кандидатура была, на ней был поставлен крест, потому что продюсеру не понравилась формулировка режиссера о том, что я знаю, кто должен играть эту роль должна играть актриса Нелли Уварова. Но это не устраивало продюсера, такая формулировка, и он сразу сказал: этой актрисы в нашем проекте не будет ни в этой роли, ни в какой другой. Сейчас, я так понимаю, актриса есть, продюсера нет, так? Или... Нет. Все, слава богу, на остали месте, да. Потом был долгий кастинг. Меня вызывали несколько раз. И продюсер Александр Акопов вызвал меня к себе в кабинет. Мы с ним, прежде чем меня утвердили. А так это вы про Акопова все рассказывали? Да? Вы знакомы? Конечно, мы когда-то с ним играли в КВН. Причем да? Он все время проигрывал. Ну, времена меняются. И он, наверное, изменился. И он вызвал меня к себе и сказал: я тот человек, который сказал о том, что ты не будешь участвовать в нашем проекте. Я тот человек, который тебя утверждает. Девчонки, я предлагаю закончить наш разговор не просто так, а все-таки выпив ликероводочные изделия. Давайте, ребята, поддержите меня за сестер Уваровых. Давайте. Счастья вам, девчонки. Всего самого хорошего и добра. За вас. Как говорят, у нас слыхают. У нас сегодня в гостях, сами видите, просто необыкновенные девушки, которые заставляют гордость сегодня России, сестры Уваровы, Неля и Елена. Спасибо. Спасибо.